Приветствую вас на канале Мос Алим. Сегодня работаем с Toyota RAV4. Шумоизоляция. В одном случае, если человек разбирает там шлюпки или трубец в карман, появляется одна карман. Я тебя не слышу. Вот штатная шумоизоляция пола. Фактически отсутствуют двери пустые. Японцы не удосужились туда вообще ничего положить. Соответственно, багажник такой же голый. Посмотрите, разве это шумоизоляция? Вот это все. Вот 4 серых кусочка маленьких. На арке, которая самое шумное место в автомобиле, вообще ничего не наклеено. Крылья, соответственно, огромные площади, просто пустые. Как же вот крышка багажника. Огромная крышка багажника, ничего не наклеено. Вот это вся шумоизоляция, которая есть на полу. И вот мы скинули потолок. Крыша тоже голая. Ну, заклеивать все будем по максимуму. Можно приступать. Закончили проклейку первого слоя вибры на Toyota RAV4. Двери, вот это уже второй слой начали клеить. Armaflex. А первый слой выглядит вот так. Задняя дверь, водительская дверь. Все проклеено, прокатано. Также обработали арки, крылья. Продолжаем обклеить. Закончили RAV4. Все заклеено. Четырехслойные двери. Багажник. Вот такой вот войлок толстый на арках. Толстый плотный материал. Крылья. Ну и пол. Приступаем к сборке автомобиля. Закончили работу с RAV4. Машина вся полностью собранная. Все стоит на своих местах. Никаких зазоров, никаких щелей, никаких сверчков, ничего такого не появляется. Все пистоны меняем, которые вдруг ломаются, что бывает очень редко. Любые пистоны есть всегда в наличии, поэтому сборка, качество сборки заводская. Спасибо вам, что вы смотрели видео. Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.